Green, what's up, dude? I feel like you should buy a BKB. I feel like Yatoro never buys the items you're buying. I feel like Yatoro buys swinging Ags and Diffusal Blade and Oaks. Ags, Diffusal Blade, yeah. Oh, you're ranked 200. Like, where and does what's... your ego come from? Покажи хуй. Покажи хуй. Покажи хуй. Не покажу. Yeah. Take here, take here. Ah, take, take. Они контест-рэндж. Ладно. Там на кентавре вообще не тут. А, чтобы не танк дало класс, возможно. Я не думал, что у нее хекс такой здоровый, что он такой раньше хекса пиздец. Не убит. Чем испамните пасту этого чела? Она даже пиздец, что он спрашивает. Привет, не хочешь отсосать бомжу, блядь, за пятихаточку? We can own them on their own edge, we just need to go to the side they go to. Mana нет еще. Да фрик наш, а даже мани мне в ротик накакал, просто сет с хиксом на втором левеле, легенда играющая. Кейс и топ. У него раньше кикса какой-то слишком огромный, я не знаю. Где, а где, где крипы, которых он увел? Да, есть 3 people топ. Defended? I got seed. Find the hard to kill. Next stupid mode. Guys. I'm with you. No stamp it, no stamp. Бежит, бежит хексовать синтваре. Косплей нашел до шамана, я не знаю, я бы не делал. Вообще косплей нереально впаду делать, во-первых, сложно, во-первых, ну, тяжело, мне неинтересно. Так если мне какой-то готовый пошитый костюм пристали на шадо шамана. Ну, кому не впаду этим заниматься. Убэк. Принял решение. Завтра же иду на лысый башек. Я в 10 классе. Буду по школе в берцах и камуфляжной футболке гонять. А у Уда, расскажи фишки жизни за лысых. В чем плюсы? Есть подводные. Заранее спасибо. Спасибо, Зума. Вас хороший. Ну, не заебываешься голову сушить, на самом деле. Это самое заебное, когда, знаете, когда у тебя много волос. Я помню, я так заебывался. Голову сушить, это же просто пизда. Ты просто помыл голову, и ты чистый, красивый. Ну так просто, если ты именно, если у тебя облысение, потому что... Типа у тебя волосы выпадают, так у тебя выглядишь, но надо сейчас следить за этим. А если просто ты побрился на лысо, то, не знаю, просто ходишь. Подводные. Так особо ничего не вспомню. Но я думаю, если ты, кстати, вот в 10 классе, и ты там ходил длинными волосами по КД, ты придешь реально в берцах лысо, это пиздец хайп будет по первые пару дней.
Потом правда всем похуй станет. Но тем не менее. Думал вести чат, как по мне кайф, куда? Чтобы ты читал? Я вижу чат. А вам зачем, чтобы чат на мониторе? Куда, блять, его вывести? А куда потом я буду два баннера с рекламой еще ставить? Вы еще ебанутые? А зачем, если так чат считается спокойно в приложении на ПК? Зачем чат куда-то выводить еще? Кто же так не делает? Мало кто так делает. Ну, вообще, это единственный плюс, это только видосы, потому что видосы — это, по сути, воды, нарезанные из Твича. Это реально плюс огромный, если так сделать. Я подумаю над вашим предложением, да, на голосование устраивать, выводить мне чат отдельно или нет. Я могу сделать полупрозрачный чат, это, ну, типа, несложно. Я согласен, что интересно, на ютубе кто-то будет видеть еще. Его, что он идти не стал? Ебать, ошибка. Кема че есть? You can go fight, no... Go fight right now. Go on them, no stampede, no recommend. I'm gonna kill them. I can zuck this guy. I will kill this guy. Don't him get out, yo, kill him twice, go. No rage. He's gonna right. TP out, we can cancel. Do I have enough damage? Ни ногой, ни рукой. Так же кам ты бью я бой. Тут финт Сильвер Эйдж. У нас два инфа завезем. Из аномулетки. Эз, но сентри, но сентри. Аномулетки. Из амулетки, он шаман. Да и про Блиховижн хер. Но бей кабеса. У меня кшоли файт. Guys, what the fuck? Kinda hard like this. Right click him. Oh. You need help. Охуя. А с башером такого не будет. My God, so much. Oh, man. Bro, I feel like if you just buy a BKB, we just win the game. Why won't you buy a BKB? А, ну нет BKB, бро. I don't understand. А, вреди, мне не надо BKB ебаного. Учит меня на антимагии играть. Green, what's up, dude? I feel like you should buy a BKB. Бро, I got 60% with rated anti-mage. I'm sure what I'm buying. I feel like Yatoro never buys the items you're buying. And what? I feel like Yatoro buys swinging Ags and Diffusal Blade and Oaks. Ags, Diffusal Blade, yeah. Good build, bro. Like, photographer. Bro, you're ranked 200. Like, where and does what? Your ego come from? I'm just confused, to be honest. I'm... Тошный хуесос. Go smoke, I got Basher. I'm gonna hit SF, he can cast ult.
Yep, you're definitely gonna right click. I kill him if my and ranger is sick. Okay, go, 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 guys. Smoke, smoke, smoke. Jump on shaman. We can force him back. Can you use buff on me? Can we force him back? Use buff on me, they can't kill me. Just toss me and force stuff. Не так, только когда меня прыгает, нажимай справа. Our base is gonna die in one second. So we'll defend them, gonna kick you. Retreating. It's dead already, it's too late. Just sack it, retreating. Face. They're TPing on me. Green just has giga bad in-game sense. We can chase, we can chase, guys. They safe TP it. The fuck? Safe TP it. Сражает меня это, по-моему. I mean, it's fine, it's not your fault. Green is being just an AFK farmer and we're just being held hostage. It's just a classic anti-mage game. One guy farms while everyone else is just held at gunpoint. Always the same. Okay, guys, I'm gonna buy my BKB, wait. It's good, guys. Go fight, go fight. Go, go. Jump on shaman, supports. Jump on Tanyan, use this. Shaman, you see him? I'll take Aegis. Bye, take Aegis, Fix the base, guys, go back. Happening to your top tower. Dire structures are fortunate. No buyback, no buyback, Centaur. A dominating performance, Gunnage. Get me to the understate. Team Jim, did you take? The path is clear, I'm Narcus. That was unreal. Get back, get back. Or maybe you can fight. Я знал, что меня прыгнет, я заранее третий нашел. Don't chain feed. Я знал, что он там стоит, но я типа ждал, что у меня хиксанет, но его не было, я не думал, что он продолжит стоять. Просто слишком долго это делали. He's gonna die. Ну разбей эту хуйню. Truth compels me. I have buyback. No buyback, Centaur, kill the cheese. Think out here. Nice. Zero. Guys, this guy's without buyback. I'm a Centaur, no buyback. Can I kill Shadow Shaman? Our base should defend. I got stomped.
Реально. Аганим Диффуз, наверное, жестко выигрывает в Радика. Он же не умирает за секунду, правильно? Ну понял, это если бы я его учил играть, я не знаю, на ком, на паке, блядь.